Здорово, пацаны! Сегодня у нас на распаковке монитор Dell 25 дюймов. Давайте приступим к распаковке. Можем перевернуть. Ну, аккуратно, почему? Тебе столько выдвинуть надо. Ну, ты завернул, я вывернуть не надо, тебе клапан завернул. Ты вывернул? Ну, попробуй что-нибудь. Ты что, ты знаешь, попробуй вытрясти, что ты делаешь? Ты вывернул клапан или нет? Ты что, не знаешь, как вот эти вот клапаны нет, вот, не знаю. Ну выдвинул, ты когда его перевернул, ты его подвернул, представь себе. Ну никто на тебя не кричит. Макс, на самом деле не все так сложно. Положи просто на бок и вот так вот положи открытые части вот туда, влево. Положи на бок. Влево. Ну в ту сторону. Че ж ты в сторону это самое на пол, что ли, будешь скидывать оттуда? Бок, знаешь, где бок? Положи. Ты поставил на бок, а ты положи на бок. Да, на бок положи. Я понял, это будет самое кинезинное подложка. Ладно, нет. Вот, клапана отвернул. Отлично, дашь, иди, держи коробку свою, хорошо. Да, она пошла с той стороны. Макс, ну ты держи. Ну не сверху прижимай, с боков вот так вот держи. Да, молодец. Ну держи коробку, а ты вытягивай весь этот картонный блок оттуда. Все, не надо там по отдельности что-то тянуть. Все, Макс, тяни на себя, дашь на себя. Ты башку не тяни совсем. Вот там, видишь, ручки в этом, вогнуты. Там только коробку, эту картонку надо выложить. Ну, наконец-то. Долго мы боролись с этой коробкой, и наконец-то мы ее распаковали. В коробке еще один вкладыш. Не надо показывать, что я вам... Монитор.
И того в комплекте оказался. Монитор, подставка. Провод. Было что говорить. Как этот провод называется? Питание. Питание. Ну. Провод питания. Вот так вот он выглядит. Да? USB 3 провод. И провод для подключения карты DisplayPort. Также есть программное обеспечение, панелька, монитор. Ну. Стойка также регулируется вниз. Поверхность у нас матовая, противобликовая. Также все выполнено очень аккуратно. Пластик качественный. Стойка довольно тяжелая. Это стойка устойчивая, для этого она сделана довольно тяжелой. Также в комплекте идет провод для USB 3.0. Провод подключения DisplayPort и провод питания. Программное обеспечение и инструкция. Все. С вами был канал Александр Алекс. До скорых встреч.